Календарь на конец года. Время подбить итоги, проанализировать проделанное, определить бизнес-планы на будущее. Каким был с экономической точки зрения 2018 для Ферганской области? В соответствии с данными, за 11 месяцев было освоено зарубежных инвестиций на 89,5 миллионов долларов. Зарегистрировано 70 предприятий с участием иностранного капитала. На 2019 участниками рынка прогнозируется положительная динамика роста, за счет чего и по каким направлениям знает Гузаль Файзиева. В регионе ведется планомерная работа по увеличению объема инвестиций, поддержке предприятий с иностранным капиталом, а также по установлению более широкого круга контактов с зарубежными партнерами. В частности, в 2018 году со стороны администрации региона подписаны соглашения и меморандумы о торгово-экономическом, инвестиционном, культурном и гуманитарном сотрудничестве с Россией, Китаем, Республикой Беларусь, Латвией, Турцией и Республикой Кореей на общую сумму, превысившую 1 миллиард долларов. Были разработаны дорожные карты для их реализации. В целом за 11 месяцев 2018 года освоены инвестиции на сумму 89,5 миллионов долларов. При этом почти 71,5 миллион долларов составили прямые иностранные инвестиции. Таким образом, объем зарубежного капитала в Ферганскую область увеличился по сравнению с прошлым годом более чем в 2,5 раза. А к концу года объем освоенного зарубежного капитала превысит 100 миллионов долларов. В рамках первого форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Российской Федерацией, который прошел этой осенью, в целях активизации двусторонних стратегических отношений с Ферганской областью были подписаны меморандумы по привлечению прямых иностранных инвестиций на общую сумму около 50,5 миллионов долларов. Намечена реализация 6 совместных проектов. Результатом всех усилий стало то, что в течение 2018 года в Ферганской области было зарегистрировано 70 предприятий с участием иностранного капитала. 49 из них являются совместными, а 21 – зарубежные компании. В частности, было реализовано 11 проектов при участии китайских инвестиций, по 9 проектов с российскими и с турецкими партнерами, а также 6 с участием капитала из Республики Корея. Наряду с развитием отношений с зарубежными партнерами предприниматели региона заинтересованы и в привлечении внутренних инвестиций. 2 триллиона 700 миллиардов сумм объема капитала вложений в экономику региона составил частный сектор, местные инвесторы, предприниматели. В Ферганской области ими реализовано около 500 новых проектов. В результате создано более 7 тысяч новых рабочих мест. По инициативе администрации Ферганской области к концу года была проведена торжественная церемония Fergana Business Awards 2018. Были определены победители в 16 различных номинациях.